Детский спектакль «Маугли» состоялся в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре в честь празднования Международного дня защиты детей. На мероприятии побывал наш корреспондент. Организовали представление в Международный день защиты детей прокуратура Восточно-Казахстанской области при поддержке областного драматического театра. На спектакль «Маугли» пригласили воспитанников детских домов города Усть-Каменогорска, ребят из малообеспеченных семей, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и детей сотрудников прокуратуры. На сегодняшний день Республика Казахстан присоединилась ко всем международным договорам, которые защищают права детей. Также были изданы и приняты свое законодательство, которое также регламентирует защиту прав детей на сегодняшний день в Республике Казахстан. Прокуратура Восточно-Казахстанской области не осталась в стороне тоже от этого праздника. И нами, то есть сотрудниками прокуратуры области, при поддержке предпринимателей города организован и театр, ну, соответственно, и театра, организован бесплатный спектакль для детей. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительство, НПО, признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Казахстан ратифицировал этот документ в 1994 году. 20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которую подписала 61 страна. День защиты детей, который отмечается в Казахстане с 1950 года, это не только праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, его здоровье и благополучие. Очень был интересный спектакль, всем нам, ребятам, очень понравилось, мы смотрели прям, ну, это было очень-очень круто, потому что я лично впервые была на таком спектакле, где, ну, люди прям на сцене управляют куклами, вот. Я хочу поздравить всех детей вообще всего мира с таким праздником, пусть всегда будет солнце, ясное, чистое небо над головой. Всего на спектакль «Маугли» пришли около 300 детей. Каждому из них после представления вручили сладкие подарки. Отметим, в Казахстане насчитывается около 22 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3790 проживают в детских домах. За последние 10 лет количество организаций для детей-сирот сократилось на 80 единиц. Сегодня функционируют 116 организаций.